Приветствую подписчиков и гостей канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня у нас топ-7 рейтинг самых покупаемых инструментов на AliExpress. Ссылки на лучшие инструменты с AliExpress вы найдете в описании к данному видео. Ну а мы начинаем, и возглавляет наш рейтинг безусловный лидер. Это набор инструментов Deco Pro TZ168. Это набор инструментов, как говорят, на все случаи жизни. То есть в нем есть и отвертки, и другие инструменты, которые именно требуются, ну, для самых разных задач. То есть это и какой-то домашний ремонт мелкий, да, это и, может быть, даже ремонт автомобиля где-то, либо еще какой-то ремонт. То есть везде этот набор может пригодиться. У него очень хорошие элементы, да, то есть каждый инструмент, он сделан из высококачественной термообработанной хромированной стали, то есть она очень живучая, и придется приложить большие усилия, чтобы сломать там ключ или отвертку. Надежные крепления в чемодане, инструменты не болтаются, все лежит на своем месте, не дребезжит при переноске. Вообще чемодан очень удобный и живучий, долговечный. То есть если берете этот набор, то он будет служить вам, ну, долгое время, и это действительно без преувеличения. То есть чем вкладывать деньги в кучу инструментов различных по отдельности, да, лучше купить сразу набором, и вы получите все, в принципе, необходимое в одном флаконе. Следующий вариант — это набор инструментов разной конфигурации, называется ProStormer. Можно купить именно такой конфигурации, как предлагает продавец. Бывают и другие варианты, но в принципе в совокупности, если посмотреть, их очень часто берут, тоже благодаря тому, что инструменты сделаны из качественной стали, у них удобные ручки, они хорошо лежат в руке, ими пользоваться очень удобно, и главное, что подбор инструментов, опять-таки, на все случаи жизни. То есть, например, вы думаете, да, какие инструменты там собрать в чемоданчик себе в кладовую, чтобы у вас дома всегда были. Вот это как раз ваш вариант. То есть берете ProStormer и не мучаетесь. То есть потратили один раз, да, более-менее крупную сумму, но зато у вас все будет под рукой, и не надо будет постоянно докупать какие-то плоскогубцы, какие-то круглогубцы, да, там какой-то молоточек. Все сразу есть, что называется, в одном чемодане. Минимальная цена идет 2745 рублей 72 копейки с учетом скидки. Следующий вариант — это признанный набор инструментов, который очень часто берут профессионалы. WorkPro W00-3025AE. Это один из лучших наборов для ремонта автомобиля. Сейчас грандиозная акция на него, 7352 рубля 80 копеек он стоит. То есть если успеете купить, то это будет очень шикарное приобретение, потому что красная ему цена десятка и даже выше, потому что подобраны инструменты идеально. Инструменты изготовлены из хромированной стали, не подвержены коррозии, служат долго и подходят для людей, которые занимаются ремонтами как автомобилей, так и бытовой техники. Очень высокую оценку получило качество металла. То есть можно на AliExpress и с других источников, да, почерпнуть большое количество отзывов именно положительных о качестве металла. Поэтому обратите на этот набор особое внимание. Следующий вариант — это набор отверток для ремонта мобильных телефонов Housekeeper MA315Z. Данный набор, он простенький, он стоит всего 57 рублей 67 копеек, но, в общем-то, он для этих целей создавался. То есть если вам надо разово починить там свой телефон, раскрутить его там, посмотреть, данный набор, он, во-первых, бюджет не вытянет, да, потому что это копейки, да, по современным меркам. Ну и в то же время вещь очень полезная. Да, металл может быть не особо качественный, но для своих целей вполне годится. То есть вы несколько винтиков этими отвертками открутить можете вполне. Ничего нигде не слижется, потому что нагрузка там небольшая при откручивании маленьких винтиков. И, соответственно, для бытового ремонта очень даже набор
подходит. И люди, соответственно, голосуют рублем, приобретают такие наборы очень часто. Следующий вариант — это набор D-Fix 21 в одном. Это уже более серьезный набор для ремонта телефонов. Он, ну, можно его даже назвать условно полупрофессиональным, хотя, конечно, это все-таки бытовой набор. 348 рублей 79 копеек он стоит. Тоже, в общем, он пригоден для ремонта телефонов, ноутбуков, планшетов, ну и прочей техники. То есть здесь все необходимые отверточки есть, ну и удобно ими пользоваться. То есть, на мой вкус, он гораздо удобнее, чем предыдущий вариант, ну и стоит слегка подороже. Следующий вариант — это уже полупрофессиональный набор для ремонта мобильных телефонов, Xermo Mobile Phone Repair Tool Set. Название, конечно, такое себе, но функцию свою он выполняет прекрасно. То есть такое количество бит, ну это, в принципе, найти набор с таким же количеством бит практически невозможно в настоящее время, только в профессиональных наборах дорогих встречается. Здесь же относительно все это недорого, но есть, в общем-то, все, что необходимо для ремонта телефонов. Ну, за исключением, может быть, конечно, каких-то особенных инструментов. Ну, понятно, что для профессионал знает, какие нужно будет инструменты докупить. Но базовый набор прекрасный. 1086 рублей 89 копеек он стоит. Ну и, собственно говоря, завершает наш рейтинг не совсем обычный набор инструментов. Да, это очень популярный комплект обжимок для электриков. Devil Trivo Zubai называется он. Ну и обжимки эти, они действительно подобраны идеально. То есть всего лишь 520 рублей 45 копеек с учетом скидки, и электрик, в общем, получает то, о чем он мечтал долгое время, потому что постоянная работа с проводами — это... Ну, у некоторых возникали проблемы, да, вот те обжимки, которые продаются в магазинах, да, они не подходят. А это и недорого, и идеально подходит для самых различных работ. Больше не нужно носить с собой десятки разных плоскогубцев, мучиться с ними. Все функции выполняет, по сути, один модуль. И это очень удобно. В комплекте идут несколько видов кембригов. Они разного размера, длины, расцветки. Очень удобно. И всегда вы можете взять то, что вам нужно. Даже если они закончатся, ничего сложного нет в том, чтобы заказать дополнительный набор, да, либо просто заказать набор кембриков, да, той же фирмы. То есть в этом проблем никаких нету. И все это, главное, недорого и удобно. Поэтому электрику-профессионалу данный комплект нравится. Ну и количество заказов, оно говорит само за себя. Только у этого продавца 126 заказов. А вообще количество заказов исчисляется тысячами. Сколько же у нас в стране электриков, которые нуждаются вот в таких вот наборах? Ссылка на лучшие наборы инструментов находится в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам доброго!